Сколько да, дам, сколько дам. Главное, если на курочку. Привет, телезритель! Ты смотришь новый выпуск проекта «Перекличка». Фух! Всем привет! С вами, как всегда, я, Руслан, курочка-матурочка и еще один Руслан. Сегодня мы вам расскажем о... Стой! Подожди, нужно проверить, есть ли у меня мелочь в кармане. А зачем она тебе? Ты что, забыл? Сегодня мы рассказываем нашим телезрителям про фонтаны города. Мелочь мне нужна, чтобы кинуть ей фонтан и, соответственно, вернуться. Это ж примета такая. Ну а мы с матурочкой не будем медлить, а будем действовать. Ну это правильно, будьте аккуратнее. Ну а мы переходим к третьей строчке нашего онлайн-рейтинга. Фонтан в парк имени Тренёва. Когда-то на этом месте была базарная площадь. В 1957 году для рынка выбрали новое место, а здесь разбили парк. В нем было очень много клумб, поэтому его назвали парком цветов. В 1960 году в парке цветов установили памятник писателю и драматургу Константину Андреевичу Тренёву, который долго жил в Симферополе. И у парка появилось новое название – парк имени Тренёва. Одновременно с установкой памятника велись работы по созданию фонтана. Фонтан начал работать вместе с музыкальным театром. Фонтан служил водоохладителем для системы кондиционирования театра, а для жителей города это был первый цветомузыкальный фонтан в Симферополе. По вечерам в парке собирались толпы народу посмотреть на диковинку. Кстати, фонтаном тогда управляли вручную. Комната управления была рядом с фонтаном под землей. Прошло около 30 лет, и фонтан перестал работать, поэтому власти города провели реконструкцию. В 2012 году здесь заработал аж 4 фонтана, поэтому в нашем рейтинге они занимают третье место. Привет, парни. Да, привет. Подскажите, пожалуйста, какой есть фонтан в городе? Фонтан. Кроме этого, этот мы уже посмотрели с матурочкой. Екатерина. Ей он понравился. Екатерина. Кто Екатерина? Екатерина вторая. Второй, да. Екатерина вторая. Это памятник Екатерины, да? Да. Там есть фонтан. Да. Подержишь, я запишу? Да. Только аккуратно, ты прям часто держишь курицу, да? Да, я прям мастер. Мастер, я вижу. Лютый. То есть памятник Екатерины. Бабка, все держат курицу. Все с курицами, да? Да. Это как... Как традиция семейная, да? Да, это как на изи. Да. Екатерина? Вторая. Какой есть фонтан в городе? Что? Фонтан в Симферополе, какой есть? Мокрый, водяной. Кроме того, который здесь. Он же не работает, тут работы ведутся. В детском парке вроде. В детском парке есть фонтан. Больше нету? Один фонтан на весь город? Ну да, если это я. Ну, ты с подругой, а я с подругой. Подскажите, пожалуйста, какой есть фонтан в городе? Кроме этого. Это фонтан Екатерины. Вы Екатерины. Так, мне вы уже не первый кто-то советует. Мне, то есть хороший фонтан, стоит посмотреть. Это возле памятника. Возле Саутгира, да, возле памятника. Ага, хорошо, спасибо большое. До свидания. Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой есть фонтан в городе? Фонтан? Да, который стоит посетить. Ну, он не работает. Который большой. Какой еще есть, кроме этого? Этот мне уже посоветовали. Ну, от которого мальчик купает. Только мальчиков сначала выгнать надо. Ну да, мальчиков мы выгонять не будем, мы будем искать другой фонтан. Какой еще есть фонтан? На Екатерине. Это памятник, да, такой? Угу. Там Екатерина. И там есть фонтан. Там родись. И стоит посмотреть. Да. Ну хорошо, спасибо большое. Да. Хорошего дня вам. До пяти. Ты смотришь проект «Перекличка». Сегодня мы составляем рейтинг самых популярных фонтанов города Симферополь. Кто расположился на третьем месте, ты уже знаешь. Осталось узнать, какому фонтану немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров. Фонтан на улице Горького расположен рядом со зданием банка. В летние жаркие деньки вы можете прийти сюда и насладиться его прохладой. За моей спиной новая сцена русского театра. Многие собираются именно у этого фонтана перед концертами и спектаклями. Сейчас мы узнали, какому фонтану немного не хватило голосов до попадания в тройку лидеров. Но мы двигаемся дальше по списку самых популярных фонтанов города Симферополь. Фонтан в Екатеринском саду расположен в самом первом саду Симферополя. Его хотели разбить еще в 1809 году.
Но строительные работы так и не начались. Только в 1820 году был разбит казенный сад в английском стиле. Впоследствии сад стали называть бульварным. У него была красивая ограда с центральным входом. Здесь всегда любили прогуливаться горожане. Шло время, парк менялся, сносили старые памятники, ставили новые. В 1990-х годах сад пришел в запустение. Поэтому в 2007 году была проведена первая волна реконструкции парка. Были сооружены два искусственных ставка с дренажной системой, установлены новые скамейки, облагорожены дорожки. Все, что вы сейчас видите, было сделано 10 лет тому назад. И сегодня сад нужно содержать в порядке. Но люди все равно любят здесь отдыхать. Наверное, поэтому фонтаны в Екатеринском саду заняли второе место в нашем онлайн-опросе. Парк Тренева. Парк Тренева. А я еще слышал, что вон там, где театр, по-моему, какой-то есть фонтан, за театром. Театр, вы имеете в виду за кинотеатр «Симферополь»? Да. Вот есть как раз-таки это Екатерины. Да, ну, хорошо, стоит посмотреть, да? Да, стоит. Интересно, как раз-таки, если вечером вы еще придете, там будет светоображение. О, это вообще да. Супер. Да. Ну, вы посоветовали, мы сходим. Пожалуйста. Хорошего дня. Привет. Погладьте. Здравствуйте. Скажите, какой есть фонтан в городе? Не знаю. Не знаете? Прям ни одного фонтана в городе нет. Хорошего дня вам. Ох, сколько Настя. Дам, сколько дам. Главное, если на курочку. Настя, расскажи. А как зовут? Матурочка. Матурочка. Да. А где она живет? Она живет в селе. В селе. Да. В каком? Привет. Подскажи, пожалуйста, какой есть фонтан в городе? Ну, фонтан, который крутится. А, шар. Это который в сквере Республики? Да. Ой, его нам никто не советовал. Подержишь, я запишу? Только аккуратно. Подержи, возьми за крылышки. Погладь ее, держи. Аккуратно. Держишь? Угу. Точно держишь? Держу. Точно держишь? Угу. Прям точно держишь. Хорошо. Так, фонтан в сквере Республики, да? Ты смотришь проект «Перекличка». Как всегда, мы составляем разные рейтинги. На этот раз мы составили рейтинг фонтанов в онлайне и офлайне. Если со вторым все понятно, Руслан с Матурочкой опрашивают жителей города. Том в онлайне не все так просто. Свое мнение уже высказали интернет-пользователи. Остался самый главный вопрос. Кто же расположился на первой строчке нашего онлайн-рейтинга? Фонтаны возле памятника Екатерины II – это самые новые фонтаны в Симферополе. Находятся они в Екатеринском саду, который по праву считается первой городской зеленой зоной для прогулок и отдыха. В 2014 году началась масштабная реконструкция. В 2016 году на главной площади установили памятник Екатерине II. Его восстановили по эскизам и изображениям на почтовых марках. Вокруг памятника были произведены работы по бетонированию всей площадки. Для работы фонтанов проложена новая водосточная труба. Каскадные фонтаны из четырех блоков сбоку и сзади памятника. Сухие фонтаны расположены с двух сторон на центральной площади перед памятником. А в нашем рейтинге фонтаны возле памятника Екатерины II занимают первое место по результатам онлайн-опроса. Подскажи, пожалуйста, какой есть фонтан в городе, который стоит посмотреть? Сквер Республики. То есть это самый лучший фонтан? Да. Хорошо, спасибо большое. Ну, я бы не сказала, что они лучшие здесь, они, по-моему, везде похожи. Самый лучший в Санкт-Петербурге, да? Самый лучший в Санкт-Петербурге. Хорошо, хорошего дня. Приезжайте, смотрите. Когда-нибудь, может быть, и приедем. Я слышал то, что есть, где памятник Екатерины, по-моему, там фонтан какой-то есть. Как вы думаете, стоит посмотреть? Не знаю, это ни разу не было. Ну, значит, и вы сходите? Да, конечно, можно даже подержать. Не-не-не-не. Ну хорошо. Мне своих хватает. У вас есть курицы? Так я из деревни приехала. Тоже из деревни. Мне очень нравится вот новый фонтан Екатерина. Ух, новый. Это возле памятника Екатерины? Да. То есть стоит посмотреть обязательно? Конечно. Наш город становится лучше, красивее. Скажи мне, подержите, я запишу? Нет. Ну тогда погладьте просто, не бойтесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, какой есть фонтан в городе, на который стоит посмотреть?
Обязательно. Это, допустим. А кроме этого? Ну, этот мы уже посмотрели, вот. Кроме этого. Кроме этого никакой пока не видела. Я тут только 2 дня. Тоже, вы тоже не местные? Нет. Я просто приехала из деревни, слышала, что есть в Екатерине, по-моему, возле памятника Екатерины какой-то фонтан. Как? Вы советуете мне посмотреть? Посмотри. Тогда поддержите, я запишу. Только держите за крылышки. За крылышки держите. Аккуратно. Аккуратно. Итак, пора подводить итоги нашей переклички. Сегодня мы с вами искали ответ на вопрос, какой фонтан самый популярный в Симферополе. В интернете на него отвечали подписчики нашей группы в социальной сети. А в реале Руслан с Матурочкой опрашивали прохожих. По мнению интернет-пользователей, на 3-м месте в рейтинге фонтан в парке Тренёва. На 2-м месте фонтаны в Екатерининском саду. На 1-м фонтан у памятника Екатерины. Это мнение тех, кто голосовал в интернете. А вот мнение тех, кого встретили Руслан с Матурочкой. На 3-м месте фонтан в сквере Республики. 2-е место прохожие отдали фонтанам в парке Тренёва, а фонтан около Екатерины стал самым популярным фонтаном Симферополя, по мнению общественности. Вот такие дела. Слушай, Матурочка, а в Симферополе столько много фонтанов. Давай бросим монетку, чтобы сюда снова вернуться. Опа! Привет, Матурочка, что вы тут делаете? О, привет. Да мы с Матурочкой уже посмотрели все фонтаны. Ну, это, конечно, хорошо, но нам пора прощаться. С вами был я, Руслан. Еще один Руслан и курочка-матурочка. Всем пока. Слушай, Руслан, у тебя не будет немного денег? Просто мы с Матурочкой уже все на фонтаны потратили. Я тоже, на самом деле, не держал. Ну, сейчас посмотрю.